Еще один уникальный учитель живет и работает в Чили. Своих воспитанников Ханс Херрера приучил к нестандартным методам обучения. Открывая дверь кабинета, учитель сразу переходит на ритмичный речитатив. Таким образом, молодой преподаватель решил доносить своим ученикам стандартную школьную программу. Я делаю это не для того, чтобы продемонстрировать, как я умею рифмовать. Это такой замысел. Это педагогическая стратегия. Такие уроки в стиле хип-хоп неизменно приковывают внимание подростковой аудитории и, конечно, вызывают одобрение со стороны коллег. Это абсолютная инновация. Спасибо такому учителю, который изменил тормозящие застарелые устои. Учитель дает нам стимул этим рэпом. В качестве награды он немного читает нам рэп. Так что мы и повеселимся, и узнаем учебный материал в увлекательной игровой форме. Мы всегда надеемся, что он будет петь для нас в классе. И с нетерпением ждем учителя. Уникальный подход к детям 26-летнего учителя уже заработал славу. Школьники обмениваются видео в социальных сетях и публикуют его на YouTube.